Купить красивый номер для автомобиля в России можно будет на законных основаниях. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. По мнению депутатов, таким образом можно будет побороть коррупцию в ГИБДД и пополнить бюджет. Для начала авторы предлагают ввести повышенный тариф для тех, кто хотел бы получить регистрационные знаки с особым набором букв или цифр. Это будет стоить в 100 раз дороже обычной госпошлины, то есть 150 тысяч рублей. Сообщается, что в скором времени будет собрана специальная комиссия для рассмотрения предложений по этой теме.